Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Кибердино. Так, поехали, у нас крафта нет, ящиков нет, улучшения нет, будем пытаться. Так, кто-то мне сказал, что сразу используй типа пулемет, он успеет откатиться. Сейчас мы посмотрим. К чему только он успеет откатиться, пока не ясно. Ну, первый этап мы проходили, вроде бы, насколько я помню. Первый этап, в принципе, тут ничего сложного нету. Сложнота пойдет на втором. Второй мы вроде бы не могли. Да хорош, достали вы эти пингвины. Блин, ну давай еще здесь сфейлимся. Нет, ладно, тут нормально. Ну, ребят, опять же, с такой натяжкой мы прошли здесь, что хо-хо-хо, мам, не горюй, порежь колбаски. Ну что ты тут стоишь, хмырь болотный? Так, дай-ка, наверное, электрический этот врублю. Может, так бомбануть по ним? Ну, допустим. Давай вот этих вот двоих. Блин, вредные вот эти вот тоже с пилами. Аж прям нет слов у меня, друзья. Может, так сделать? Давай влупим. Ну, по идее, здесь мы тоже про... Ну, что такое? Я же... Так, 12-2 тоже пройдены. Замечательно. Так, с этим разберемся в легкую. Так, этого, наверное, вот так толканем чуть-чуть. Вот пингвины, по-моему, как по мне, самые вредные это пингвины, ребят. Я могу, конечно, ошибиться, но... Вот судя по тому, что они вытворяют, как они нас разносят. Ну-ка, сколько они отнимают у нас? Я не вижу, сколько они отнимают, ребята, по хпшкам. Ну, по-моему, нормально они, да? Хотя нет. Ауч. Ну, я нажимал же, блин, на эту атаку. Твою налево. О, ящик выпал нам. Ребят, возможно, мы сейчас... Нифига тут сколько. Ну, 4-5 уровня. И в основном все на ноги, да? На коленки. Так, ладно, давай здесь... Так, 7-8. О! О, друзья мои. Уже приятненько. 10 уровень. Брони на морду мы получили для нашего динозавра. Так, может быть... Да нет, с коленками вряд ли что-то у нас получится. Да, тут еще... До одри нужно улучшать. Для 11 уровня. Ну а по пушкам, ой, тут вообще кисляк. Но тем не менее, у нас вся броня получается именно 10 уровня. Броня, оружие, да? Так, и улучшение. Я даже не знаю, что улучшить. Наверное, это все-таки, да? Надо улучшать пулемет. Я вижу в нем потенциал. Да иди ты. Залп. Замечательно. Здесь очень даже неплохо у нас получилось. Пингвин, вали нафиг. Опа, опа, опа. Аж трое. Влупляем, ребят. Ну, я тебе еще электрическим зарядом. Здесь прошли. Ну, не скажу, что легко, но прошли. Зачем я так сделал? Ну, твою налево. Надо было подождать. Ну, хотя, что сделано, то сделано уже. Че тут? На тебе. Так, этого я, наверное, перетерплю. А вот... Блин, надо влуплять. Иначе он достанет меня.
Шаромыжник. Ну, бомбани, отлично. Такс, уровень 12.2 у нас взят. 12.3. Чё ж вы такие тугие-то, а? Вот как раз вот эти вот охламоны пока не бомбят. Пингвин из-под тишка стоит сзади и бомбит. Сейчас мы этого переждем, а уже на следующем, наверное, придется влуплять. Замечательно, как-то так. Иди гуляй. Слушай, 12.4 мы сейчас будем проходить. Пошли на рекорд, как говорится. Ну давай, 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 бомби ты этого хламона. В двоих сразу надо бомбашить здесь. Влупляю пулемет. Ну давай, я не понимаю, что кнопка-то не срабатывает, блин. Жму, главное, на атаку и не шиша. Ой, это еще что? Это еще что, друзья, тут появилось? Это что за чудище сейчас было? Какой-то механический динозавр с базукой на спине? Хе-хе. Вы серьезно? Иди отсюда, хламон. Так, вот тут вот надо их двоих сразу же. Уничтожай, 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 давай, отлично. Так, с этими, чтобы не возюкаться, вот так вот их пропиликаем. Опа. А этот охламон, оказывается, тоже бомбит. О, ребятушки, он бомбит-то. Он бомбит очень здоровски. Неужели пройду? Есть. 12.5 взято. Хе-хей. Я даже не видел, когда мы ящик-то с тобой выбили. Но ящик уже 13 уровня. Окей. Меня это устраивает. Давай-ка мы, наверное, посмотрим, что мы можем скрафтить. Но здесь-то явно ничего у нас не получится. Потому что мы только-только получили 10 уровень брони. Вот здесь. Нет, ничего тут тоже нам не светит. Так, 9-9. Да, конечно, ничего не светит. Ну и по оружию, соответственно, тоже, да? Пока все тихо. Да. Пока все тихо по оружию. Ну что, давай, наверное, улучшим здесь. Сколько там у нас? 10 тысяч. Неужели все из-за того, что я прокачал себе пулемет? Может быть даже это могло повлиять на нашу тут победное прохождение. 13.1. Да хорош, давай так, мочканем по ним. А вот их сыч стоит. Видишь? Пучеглазый миньон. Ладно, это мы прошли. Я бы даже не сказал, что здесь как-то очень трудно или сложно было. Нет, довольно легко. Иди отсюда. Так, тут бомбанем, наверное. Ауч, 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 ауч. Да, пингвины все-таки самые мерзкие здесь. Особенно, когда вот сзади стоит, начинает бомбить. Очень много здоровья отнимает. Вот никто так не отнимает хп, как этот пингвин. Замечательно. Так, получается 13.2 пройдено. 13.3 у нас на подходе. И
Иди отсюда. Правильно, так с ним. Что там за крокодил? Ух. Ну вот эти роботы, они не так много наносят урона. Единственное, что да, вот с ними приходится тут возюкаться очень долго. Давай, опа. Готово. Так, 13-4 сейчас будет, что ли, получается. Так, точно. Это не вынужденная, ребята, была мера. Да ну это вот самолетики, это как-то бредотня. Вот серьезно тебе говорю. Самолетики это полная лажа. Вот эти вот. Никакого не вижу там эффекта. По мне так лучше, когда он бомбы сбрасывал. Вот это вот точно была имба. Это как-то трихомудия. Ну что, 13-5. Надеюсь, получится пройти у нас. Правильно, пингвинов. О, вот теперь я увидел, ребята, ящик. Теперь я увидел, что этот ящик нам выпал. Иди отсюда. Так, что, будем, наверное? Наверное, придется, ребята, влупить. Так, быстро закончилось. Блин, а впереди еще враги. Так, молнию пока влепим. Да ладно, неужели пройдем? Да? Неужели действительно прокачка так хорошо дает свой эффект? 14 уровень, сундук открываем. И... ну, 6-5 уровень хотя бы шмотки выдали. Так, давай-ка крафтить. Ничего себе тут. Так. Сейчас, подожди. 9 уровень уже есть у нас броня, да? Это уже приятно. Так, 8. Пока все. По пушкам что у нас тут получается? 7, 8. Да. Пока все. Надо ждать еще либо ящик, либо еще что-нибудь. Ну что, ребята, я, наверное, еще прокачаю пулеметик нам. Уж больно хорошо с ним мы идем. Уж больно хорошо. Так, 14-1. Не, давай без пингвинов, без этих. Ну, нахлобучивай их. Давай быстрее нахлобучивай, ё-моё. Так, ребята, всех с 1 сентября. Ой, смотри-ка, у нас там... я даже не увидел, ребята, что он делает. Еще успею увидеть, да? Какой-то хламон там стоял. Блин, а что так вас дофигища-то, эй? Что-то вас тут как-то много стояло. Мне такое не нравится. Раскладец. Замечательно. Придется влуплять. Непонятно, что этот толстяк стоял, делал. Он не успел, наверное, даже ничего предпринять, как мы его разобрали. Ну что, мочканем, наверное? Ну, плотненько они тут стоят, согласись. Эти роботы мне как-то не особо страшат. Есть, 14-2 пройдено. Погнали на 14-3. Ё-моё, сколько вас тут? Ну, пора, наверное, мочканевать. А, это огнеметчики. Это, ребята, были огнеметчики. Ты посмотри, сколько у меня здоровья осталось.
Это все огнеметчик сделал. Угу. И ящика даже не дали. Что ж тут сделать-то? Ну давай вот так вот, наверное. Допустим, сюда. Сюда. И все. 8-8, 9-9. Опачки, ребята. Новые наколенники у нас появились. А это значит, что у нас должно подрасти ХП. Давай молнию до 8 уровня прокачаем. Ну что, погнали тогда? Не знаю. ХПшек у нас 1300. Значит, теперь мы будем знать, что злейший для нас противник — это огнеметчик. Уж больно он, ребята, много отнимает здоровья. Прям люто как много. Что-то я их тут пока не вижу. Ладно, влупим. А вот и он, блин. Да-да-да-да-да, именно у него, ребята, очень жестко отнимается у нас ХП. Есть. Ну, тут прошли каким-то чудом, я не знаю, ребят. Мы ящик, кстати, выбили. Я успел увидеть. Ну что ж, запомним. Что так, мол, и так. Этот чудик. Фух, я успел его бомбануть до того, как он использовал свой огнемет. Да жарь ты их током, ёк-макарёк, что ты? Ну вот и все. Так, 14-2 прошли. С натяжечкой, но прошли. Так, здесь пришлось, ребята, подключиться, потому что... Ну ты савил. Иди ты со своими огнеметками. Да хорош. Блин, да что так у вас дофигище-то? Очень много стоит их тут на моем пути. Блин, там еще. Блин, была бы тут какая-нибудь, я не знаю, перезарядка ускоренная или еще что-нибудь в этом вроде. Вот зачем я это сделал? Вот зачем я вот так вот сделал, я не понимаю. Чего столько много-то вас? Нет, нет, я повелся, блин. И я повелся, ребята, и попал под... Ну, короче, все понятно здесь. Да, я повелся на Пучеглазого и потратил свой спрудар. И он меня подловил, гаденыш. Давай ты уже открывай свой сундук со сказками. Так, улучшение. Да я даже не надеюсь, ребята, здесь получить в скором времени броню на нашу физиономию. Хотя... Хе-хей. 11 уровень, как тебе? Я думаю, что это было крутенько. Так, сюда. Сюда, сюда. Угу. Нам нужна новая улучшенная пушка. Вот что я могу сказать с точной уверенностью. Но новой пушки у нас пока нету. И я так понимаю, она еще не скоро, да, предвидится? Да, с пушками тяжко. А нам вот именно пушка нужна, потому что от нее все, ребята, зависит. 15 уровня пулемет. Я даже не знаю, что может быть круче. Только 16 уровня, если.
А хп как был у нас, так и осталось, да? Ну давай, давай, давай. Опа. Самолетики. Да чтоб тебе-то... Опять я купился, ребята. Блин, надо все-таки, ребят, наверное, тратить нам пулемет. Только в том случае, если мы видим впереди, что стоит огнеметчик. Вот только тогда надо применять пулемет. Сразу троих нормально так нахлобучил. Сколько он отнимает хп? Я не вижу просто, ребят. Ну давай, 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 бомби его. Уничтожай мелкого кровососа. Это у нас 14-2 уже, да? На 14-3 меня подловили, насколько я помню. Хотя здесь тоже могут. Мы по 160 наносим урона из пулемета. Слушай, ну это мощно. Смотри, 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 смотри. Да чтоб тебе, блин. Это говорит о том, что нам нужно прокачать толчок. Толчок. Я думаю, ты понял, да? Про какой толчок я говорю? Есть. Чудом каким-то. Ну, тут огнеметчик, конечно, все равно бесявый. 14-4. Давай самолетик запускай свой. Я пока не буду, ребят. Я своими силами попробую здесь. Как только увижу где-то его вдалеке. Опа. А вот здесь пора. Да блин, ну он же сейчас же... Ну вот как тут быть? Ну как ты тут вот будешь? Ты, вот извините меня, ребят, ну они втроем стоят в шеренгу. И что я там сделаю? Да ничего ты там не сделаешь. У тебя не хватит даже перезарядок и чего-то там, что бы ты там ни делал. Просто не хватит. 8-8. Так, здесь все. А здесь получается так. Так, это 9 уровня, да, уже? Это получается 9 уровня. Слушай, по-моему... По-моему, ребята, новая пушка у нас. О, да. Дрончик и... Вот это я не знаю, что такое у нас. Это новая, ребята, появилась. Так, дрон и... Что вот это такое? Я не знаю, ребят, но... До 9 уровня прокачал. Хотя бы посмотрим, что оно из себя тут представляет. И стоит ли вообще прокачивать. Дрон-то мы видели, что делает. Слушай-ка, ну в принципе, ребят. Дрон, дрон хорош. Дрона надо, наверное, прокачивать. Ну вот этот луч тоже, кстати, неплох. Чего ж там греха таить. Да, это, наверное, самая пока лучшая комбинация. Луч, который жарит, и дрон нам в помощь. Ну-ка, еще разок проверим. Поскольку он там... Я не вижу просто, сколько он там отнимает здоровья, ребят. Но жахает он мощно. К тому же даже... Ага, пора вызывать, ребята, дрона. Да ладно, он еще и успел что-то нам пикнуть.
Ну, в общем, вот такой расклад меня вообще устраивает, ребят. Дрон и луч. Луч, если еще подкачать малька, да, чтобы он довольно прилично наносил урон, вообще будет топ, как по мне. Да, он очень хорошо помогает нам. Стоит он там, да? Давай сразу всех. Опа. Можно было бы, конечно, вызвать сейчас дроны. Но я потерплю, ребят. И не зря я потерпел. Все у нас окупилось. Ну, блин, луч прикольный. Прожаривают их до хрустящей курочки. Особенно, когда их вот так вот дофигища стоит. Сундук. Вроде бы все нормально было рассчитано, да? Да, судя по тому, что у нас здоровье еще нормально. Так, там опять этот стрелок стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Точный расчет нам, да, ребят, здесь помог. Ну что же, 14-5. Ну, с одним даже не будем возюкаться. Просто вот так вот его распишем и все, ребят. А вот здесь вот... Нормально, нормально, нормально получилось. Претензий у меня пока здесь вообще никаких нет. Единственное, что вот надо дрон, наверное, вызвать. Так. Я пройду этот этап. Должен пройти. Вон он стоит пучеглазый. Типа я его не вижу. Спрятался, типа, да? Я его расписал. Понятное дело, вызови дрона надо. Ой! Ё-моё, я уже думал, все, сейчас как начнут палить огнеметами. Но, видишь, все получилось у нас отлично просто, ребят. Просто шикандос. 15 уровня сундук. 15 уровня сундук. Давай посмотрим, что мы тут можем собрать. Склейку какую-то. Так, 8, 8, 9, 9 10, 10. Но у нас... У нас-то уже 11, 11 надо. Так, что мы тут собираем? Ага. Сюда, сюда. Тут вроде бы как все. Так, по оружию что у нас здесь? Так, 8, 8 это 9, 9. Так. Все, по-моему, да? Да, больше тут пока не можно, нельзя никаких улучшений сделать. Прокачка. Слушай, мне луч очень понравился, ребят. Ну, тогда и дрона еще докачаем. Ведь прикольно бомбит. Слушай, это, по-моему, последний этап у нас. Босяцкий будет здесь. Точно тебе говорю, будет босс. Босс-молокосос. Все так же оставляем, ребят, как и было. Используем только в крайних случаях. Да хорош ты уже запарил. Да, этот луч очень долго работает на нас. Пора влуплять, иначе нас тут разберут. Хей, 15-1 пройдено. Замечательно. 15-2. Пим-пим-пиу. Так, а это что там за супостат, ребят, стоит? Блин, зря, конечно, надо было. Либо... Что? А, уже все? Так быстро? Глазом даже моргнуть не успел. Нет, 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 нет.
Дрон выручает, отлично. Выручил меня дрон. Ну согласись, так вот с дроном и с лучом вообще проходить на изи. Я прям в восторге, если честно. Так, 15-4. Какие-то два крокодила недомытых. А не слишком ли у вас тут дофигища-то, ребятули? Зря я его, ребят, подтолкнул. Твою налево. Зря я его подтолкнул, надо было бомбить. Но я-то хотел как лучше. А получилось как всегда. Ладно, я прокачаю луч. А здесь что у нас понавыпадало? Навыпадало здесь всякой ерунды. Давай здесь соединим. А тут что, еще что-то можно? Что-то не... А, 9-9, точно. Опачки. Хе-хе. Улучшенная челюсть. Улучшенная челюсть. Ну что ж, поехали. Побежали. Так, а что нам дает улучшенная челюсть? ХП не дает, а что она? Не знаю, ребят. Блин, дрона что ли позвать нам в помощь? Пускай он тут бомбит. Хотя я больше акцент делал на луч. Ну, сколько луч, сколько отнимает? Но он хорошо бомбит. Так, в минус. 15-1 пройдено. 15-2, здесь мы тогда остановились, да? Здесь меня обманули. Ага, ага, их там двое стоит. Дрона на всякий случай вызовем, чтобы поменьше урона получить. Тут тоже прошли замечательно. 15... Нет, мы остановились на 15-4, чё я? Свистеть-то начинаю. Вот зачем вот это вот я сейчас сделал? Вот зачем ты, Рэй, вот это сейчас вот сделал? Ну ладно, хоть прошли. 15. Вот здесь вот, если на 15-4 сейчас такую ошибку сделаем, это будет непростительно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, замечательно. Ну что, ребята, 15-5 должен быть, по идее, босс. Warning. Что хоть за босс-то здесь? Ох, ё. Хорош, Горилыч. А чё, это он отскочил или что произошло? Да ты ватник же. Парень, ты же ватник. А, он меня отталкивает. И ты думаешь, что тебе это поможет? Горилыч. Мех горилла. Сосунок. Ну что, адьюс. Горилла Шариф. Вот так вот поклонись мне, правильно. Босс навоз. Эх, ребята. Ну что, 16 уровня у нас сундучок. Мы открываем. Ну слушай, 9-й... Ого. Это они сразу хотят на крафт меня отправить, я так понимаю, да? Нам нужен 12 уровень. Твою налево не подходит. Так, так. Опачки. 13 уровня у нас наколенники.
Здесь больше ничего не могу соединить. Так, по оружию. Здесь соединим. Блин. Да подожди, ты лезешь. Есть. Блин, ну это базука. Терпеть не могу базуку. Огнемет и плюс. Блин, вот это фигня, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй, какая же бредятина выпала. Так, ну что, ребята, на этой ноте, пожалуй, мы сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!